Всем привет! В этом видео о том, что делать, если вы хотите отключить запрос пин-кода и пароля при входе в Windows 11, но когда открываете нужное окно по инструкциям в интернете, например, с помощью окна «Выполнить», здесь команда netplvis или control user passwords 2, открываете его, и здесь нет отметки требовать вот имени пользователя и пароля для того, чтобы ее снять и применить настройки. Что в этом случае делать? Первый вариант. Заходим в «Пуск параметры», в параметрах идем в «Учетные записи», после этого варианта входа и смотрим на вот этот пункт. Для повышения безопасности разрешите вход в Windows Hello для учетных записей Microsoft и отключаем его. После этого отметка появится. Но смотрите, может быть такое, что так же как и у меня, у вас этот пункт не активен, то есть он включен, а изменить положение нельзя. В этом случае поступите следующим образом. Открываем редактор реестра, для этого нажимаем клавиши Windows R на клавиатуре, вводим команду regedit, команду я укажу в описании под видео, окей. После того, как его открыли, переходим к этому разделу. Путь к разделу я укажу в описании под видео. Его можно будет просто скопировать и вставить. После этого здесь вы увидите вот такое значение. Device Passwordless Build Version. Дважды нажимаем по нему. Устанавливаем значение 0. Окей. Закрываем редактор реестра. После этого снова заходим в то же окно, где мы были. И там отметка, нужная нам, уже будет на месте. Как видите, она уже есть. Вот, в общем-то, так. На этом все. Спасибо за внимание. Удачи вам.